Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин» – программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новостях из Баварии и о том, как будут пропускать скорые в Швеции. Баварский концерн BMW привезет нам свой самый оригинальный автомобиль. Городской компакт i3 уже можно заказать в салонах официальных дилеров. Симпатичный автомобильчик оснащается в Европе двумя видами силовых установок. Первая – полностью электрическая, а вторая – гибридная. Именно эту версию нам и предложат. Бензиновый мотор служит для подзарядки батарей, но и способен прийти на помощь, когда они сядут окончательно. Чисто на электричестве автомобиль может ехать 240 километров, чего вполне хватает для города. Обрадовались? Рано. Смотрим в прайс-лист и делаем озадаченное лицо. i3 будет стоить у нас 4 миллиона 360 тысяч рублей. И это напрямую касается второй новости. Новое поколение BMW 5 серии будет стоить у нас от 2 миллионов 760 тысяч рублей. Получается, что по цене маленького гибрида можно купить полноприводную пятерку с большим мотором, да еще и в очень хорошей комплектации. Похоже, маркетологам BMW количество проданных i3 не так важно, как имидж. Ну что ж, как хотите. Мы все прекрасно знаем, как у нас относятся к автомобилям специальных служб, а особенно к скорым. Не пропускают, пристраиваются в хвост и объезжают пробку. Во всем мире такое поведение недопустимо, ведь скорая помощь призвана спасать жизни. Однако и в тихой и правильной Европе есть упущения. Но касаются они не культуры вождения в целом, а некоторых деталей. В Швеции выяснили, что частой причиной непропуска скорой становится громкая музыка в салоне. Именно на ней сосредоточен водитель, поэтому не слышит сирену и не видит мигалки. Шведы изобрели технологию, которая позволяет автомобилю экстренных служб глушить аудиосистему впереди идущей машины. Посредством FM-канала скорая и пожарная машина будут предупреждать о своем приближении, чтобы у других водителей было время для маневра. А тем временем в России предлагают скорым таранить тех, кто не соблюдает правила дорожного движения. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».